Орденоносная мама Олеся Пурик подарила жизнь трем девочкам и двум мальчикам. Подсказать, научить, помочь. Из этих слагаемых состоит успех воспитания ее детей. Счастье в простых мелочах, а высшая степень карьеры – материнство. Старшему сыну 20 лет, младшей 2 годика. Вот. Там 16 уже, 11 и 8 лет. Самое дорогое качество – это просто уважение к самому себе и к остальным, к окружающим. Это самое главное качество. Потому что этого качества не заменят ни хорошие оценки, ни высшее образование, то есть ни деньги, ничего. Если будет уважение к старшим, к самому себе, к родителям, к бабушкам, к дедушкам, к педагогам, это самое главное. Портрет современной многодетной мамы поменялся. Если всегда они ассоциировались с домохозяйками, озабоченными лишь делами семейными, сегодня все чаще женщины разрушают этот стереотип. Елена Бура имеет высшее образование, женщина успешна и востребована на работе. Она мама 7 детей. Воспитывает 5 своих ребятишек и 2 приемных. Пытаются, чтобы ликвидировать все детские дома, чтобы дети были как бы в семье, и нам это очень как бы так близко, потому что у нас 5 своих детей, и мы понимаем, насколько важна любовь и важны отношения для детей. И поэтому мы, когда нам предложили, мы сразу согласились, приехали, посмотрели, и все так получилось у нас. На торжественной церемонии вручения высокой государственной награды были удостоены 12 женщин из московского района города. Почетную награду сопровождает подарок и денежная выплата в размере 5-кратного бюджета прожиточного минимума. Мы стараемся со своей стороны оказывать полное содействие и в обеспечении садиками и школами в первоочередном порядке многодетных семей. И за счет государства предоставляется внеочередное жилье. Количество мам увеличивается. На сегодняшний день у нас уже 271 мама-героиня в районе. Сегодня мы исполним почетную и хорошую миссию вручения орденов матери. Конечно, посвятить себя воспитанию детей, на мой взгляд, это самый большой подвиг для женщины. Все те гарантии государственные, которые существуют, это и экономические, и трудовые, и пенсионные, и социальные, и другие, по поддержке семейных ценностей. Вот это все в комплексе и дает, наверное, такие вот результаты. Каждой из мам такое внимание, конечно, очень приятно, но куда важнее и ценнее другое – благодарность своих детей. А полученную медаль сегодня можно сравнить с боевой, ведь родить и воспитать 5 сравнимо с настоящим подвигом.